Yesli, на прошлом видео мы разговаривали об индонезийском языке фактов, а сегодня мы будем изучить, как произносить индонезийский алфавит. Поэтому давай посмотрим. Привет всем! Как вас дела? Я надеюсь, что вы все хорошо. Сегодня, как я была сказать, что мы будем произносить индонезийский алфавит, и тоже мы будем изучить вопросительные слова на индонезийском языке. Поэтому давайте начинать. На индонезийском языке у нас 26 букв, которые состоят из 5 гласных звуков. Гласный звук это А, И, У, Э, О. И остальные это согласный звук. Сейчас мы будем изучить, как произносить индонезийский алфавит. Вы готовы? Хорошо, пойдем. А, Б, А, Б. Следующий. Ч, Д. Повторите со мной. Ч, Д. Хорошо. Э, Ф, Э, Ф. Еще раз. Г, Х, Г, Х, И, Д. К, Л, К, Л, М, Н, М, Н, О, П, О, П, К, Р, К, Р. Следующий. С, Т, С, Т. Хорошо. У, Ф. Повторите со мной. У, Ф. В, X. В, X. Хорошо. И последний. Е, Z. Е, Z. А сейчас мы будем изучить, как произносить индонезийского алфавита слог. Давайте начинать. Ба, би, бу, бе, бо. Повторите. Ба, би, бу, бе, бо. Ча, ти, чу, че, чо. Еще раз. Ча, ти, чу, че, чо. Да, ди, ду, де, до. Да, ди, ду, де, до. Следующий это будет ва, фи, ву, ве, фо. Еще раз. Ва, фи, фу, фе, фо. Га, ги, гу, ге, го. Га, ги, гу, ге, го. Ха, хи, ху, хе, хо. Ха, хи, ху, хе, хо. Следующий. Повторите со мной. Джа, джи, джу, джэ, джо. Ка, ки, ку, ке, ко. Ла, ли, лу, ле, ло. Ла, ли, лу, ле, ло. Еще раз. Ма, ми, му, ме, мо. Ма, ми, му, ме, мо. На, ни, ну, не, ну. Па, пи, пу, пе, по. Па, пи, пу, пе, по.
ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Sa, si, su, se, so. Sa, si, su, se, so. Хорошо, еще. Та, ти, ту, те, то. Фа, фи, фу, фе, фо. Ва, ви, ву, ве, во. Ва, ви, ву, ве, во. Ша, ши, шу, ше, шо. Ша, си, шу, ше, шо. Я, и, ю, е, ё. Я, и, ю, е, ё. За, зи, зу, зе, зо. За, зи, зу, зе, зо. Сейчас вы будете изучить вопросительные слова на индонезийском языке. Кто? Это будет «Сиапа», например. Кто это? Это будет «Сиапа иту». Что? Это будет «Апа». Например, «Что такое?» Что это? Это будет «Апа иту» на индонезийском языке. Вы понятно? Хорошо. Следующий. Куда это будет кемана, например? Куда ты идешь? Это будет кемана кому пергi? Когда будет капан? Например? Когда ты идешь в школу? Капан кому пергi ke sekolah на индонезийском? Почему? Почему будет кенапа? Например, почему ты плачешь? Это будет кенапа кому менангис на индонезийском языке. Вот. И последние вопросительные слова это багаймана и димана. Багаймана на русском это как? Например, багаймана кабар анда? Это будет как дела на русском. Повторите, багаймана? Вот, вы очень хорошо. Димана? Димана это будет где на русском? Например, димана летак Индонезия? Это будет где расположены Индонезия? Я надеюсь, что вы все понимаете о индонезийском языке. И, пожалуйста, не забывайте поставить лайк, комментировать и подписаться на наш канал. До встречи на следующем видео. Пока-пока!